Привет, не спящие. Я тут, я молодец, как бы, да. Есть такое дело. Так вышло, что я запорол себе прохождение этой игры для Ютуба, потому что... Ну, так вышло, что я прошел игру целиком. Я прошел эту игру всю, как видно. И произошло это где-то за час приблизительно. Но я записью налажал, потому что она, в общем, не сохранилась. Но это уже не ваши проблемы. Где мы? Вернее, что было в прошлой серии, я вам не скажу, потому что... Самому интересно, что было в прошлой серии. По-моему, вот отсюда надо было начать и пройти до 11 главы. И у нас еще есть глава «Правительственная лаборатория», но, к сожалению, там все закрыто, так как я не открыл ничего, по сути, своей вообще. Вы слышали, кстати? Говорят, один зэк завтра свидетелем выступит. Да, там что-то про заговоры, хунту и всякое такое. Вроде как дело серьезное. Может, надо удвоить патрулирование? Да ладно, что может пойти не так? Вот, например, змей. Снейк. Кстати, еще одна псевдоотсылка к этому миру. В смысле? А почему? Почему у него... откат не сработал? Теперь работает. Змей, кстати, классный. Прям вообще огонь. Правда, здесь уровень немножко неприятный. Я его уже проходил, это реально клёво. Интересно, зачем здесь повторы существуют? Вот эти. Несмотря на то, что я проходил все это, иногда бывает, ребятки, больно. Проходить все это заново, заново, заново. Ну и так как у него откаты после того, как он делает свой супер-удар, происходит иногда кое-что неприятное. Например, он может правильно отбивать некоторые атаки, некоторые пули и совершать некоторые удары. А я здесь тоже на этом моменте в прошлый раз ковырялся довольно долго. В принципе, решение этой псевдозагадки простое. Надо просто вынести твоих ребят с левой стороны и отбить пулю. Пулю отбить, но он не может в откате это делать. Пока у него перезаряжается его обилка. Поэтому надо делать прыжок! Ну или перекат. Лучше, конечно, делать прыжок. Потому что обычно охранник выгоняет второй пулей сразу же. Да. Не может бить пока откат. Это очень грустно, потому что если бы он мог бить, считай, это был бы конец всех и вся. Ненавижу этот уровень, честно. Просто ненавижу. Хо-хо-хо! Нихера себе! Можно, оказывается, выжить и так. Здесь приятные соседи. Но это решается быстро. Эх, дальше. Привет, мужик! Пока, мужик.
усилились. Я думаю, кого вырезать первым. Вроде забрался, ладно. Ну как вот опять так? Из-за этой дурацкой переборки, которая выступает в роли перехода между уровнями, случается некоторое дерьмо, когда пытаешься перекатываться. Потому что вместо переката срабатывает прыжок вниз, а когда он прыгает вниз, у него проходит анимация прыжка, которая, во-первых, не дает неуязвимости, а во-вторых, довольно долгая и неприятная. Здесь он перекатывается вниз. Ненавижу эту херню. Да... Два мудозвона просто сейчас вышли из двери и навтыкали ему. Дурей. Ну да. Вот это я зря сделал. Гад. Нашел. Отлично. Да какого хрена? То он перекатывается, то не перекатывается. Влезай. Давай второй, выходи. Знаешь, что ты там? Он уже умер. Змей, по-моему, круче гораздо, чем остальные персонажи. Ну, проходи мы, ладно. Да прыгай ты вниз. Кусок меча. Кстати, по-моему, прошлая серия закончилась здесь. Кажется, она реально закончилась здесь. Время выпрыгнул. Бывает и такое. Эй, как так вышло? Не, ребята, это было слишком опасно. Слишком рискованно было вас отпускать просто так. Эх, надо было поражать замедление. Ладно. Ну как так вышло-то? Я же отбил пулю. Надо привыкнуть играть без паузы. Потому что если привыкнуть играть без замедления, то можно значительно... Лучше все проходить быстрее и эффективнее. Но все-таки. Черт. Если есть такая возможность, почему бы ее не использовать? Взял и промахнулся.
налет жесткий. Он еще и вниз ушел. Чудо. Вот этим можно разобраться. Это не так страшно. Показаться на первый взгляд. Все, зачищено. Ну, в принципе, проходить эти уровни заново, если честно, так уж и ужасно. Кто ты? Именно. Я тут седьмой год сижу. Я не в курсе. Не надо. А ну рассказывай. Джош Роуз. Мёртв. Амар Аль-Хасим. Аль-Хасим. Это он все заново начал. Как он связался с русскими? Мадам Нитта. Вернее, с Язом. Я не уверен. Я даже не в курсе, что кто-то пытается Хрона свернуть. Я только с адвокатом говорил. Но это точно не правительство. Я полагаю, что мало кого хватит денег на производство Хроноса. Вернее, для производства Хроноса. Аль-Хасим точно в курсе, а тебе он нужен. И еще Леон Пенслебен, он создал Хронос. Он обо всем в курсе. Ага, Леон. Так не убивай! Это будет балаган, Иисус. Завтра тебе и так конец. И утопил его в туалете. Красота. А, по-моему, в прошлый раз где-то здесь я, что ли... Да хрен его! Леон Аль-Венцелебен. Третий район. Обработка мясной продукции. Чего? Ты получишь ответы на свои вопросы. Ладно. Эй! Ну куда? Музончик. Гриндер. О да, вот этот парень мне нравится. Вот этот парень. Просто наряжает. Да, вот здесь вот хранится секретный ключ. Вот здесь стоит камера, которая зацепит нас при переходе вот по этой линии. Поэтому нужно, не убивая этого чувака, сразу же перерезать вот этот кабель. И... что-то, наверное, должно было произойти. Возможно, я что-то сделал не так. И еще в какой-то локации тоже должна была быть. Собственно, примерно такая же байда. Но ее, возможно, нет. Я пытаюсь просто проходить без замедления времени. Замедление времени, конечно, круто, но... Когда оно слишком расслабляет, и уже привыкаешь к нему, начинаешь играть по-другому. Он отбил удар, прикинь. Он просто взял и отбил удар. Я же нажал у ворота, честно говоря. Кстати, у меня стоят у ворота на пробел настройка. Вот, перекат. О. А... Черт. А куда делся пробел? Ладно. Хорошо. Санкция курсора мне не нужна. О. Эй, надо забрать. Хотя, в принципе, удобно, конечно, и на... Вниз, на вниз. Просто перекат
через низ сделать, ну, не всегда. Конечно, бросать молотов перед собственным лицом — это очень полезный навык. Крайне-крайне полезный. Годится. Где-то здесь должен быть еще один ключ. Но где именно? А нет, я помню, где именно. Есть, опять же, свой минус. Черт. Я зря сделал. Взорву. Ребят. Ну как вы так меня подловили-то, а? Как у вас только это... Да ёб твою за ногу. Я его так убью. Давай. Эх, вот это сейчас было опасно. Ехаем дальше. А вернее, едем. Развлекаться. Здорово! И пока. Ха, в смысле? Выжил? Я помню этот уровень. И он довольно опасен. Был. Ой. Иногда просто теряю персонажа из вида. Правда. Он куда-то там ускакивает, и курсор еще что-то тут носится. Бег. Нахер. Нахер. Тут у нас остались ребятки. Эй. Ну ё-моё, так хорошо все шло. А тут на тебе. Иди нахрен. Ха, черт, самого придавил. Ладно, сам виноват. Дверь врезался. Проходил этот уровень через верх. Пробую пройти в этот раз через верх. Оуч. Карта плохо. Да, твою мать. О, зато в этот раз попал. Ладно, взорвем. Как он пережил это? Ну, сам виноват. Опять молоту швырнул перед собственным лицом. Там же этот дурацкий автоматчик. Первую пулю обычно ловит... Вернее, первую пулю сбивает бросок. Зай неудобная. Еще разок. Да. Собака. Я кого-то убил. Так, дальше. Остались остатки. Остались остатки, да. Все правильно. Ты выжил? Стоит, ждет меня. Чтобы не рисковать, просто включил замедление. Пожарный. Больно. Нет, здесь перекаты лучше не использовать. Делать...
немножко по-другому. В принципе, можно просто швырнуть его в лазеры. Его отбрасывает ударом. Здесь то, чтобы стоит лезть сюда. Лучше лезть вот сюда. Ну, эти ребята сложные в плане убийства. А здесь можно веселиться уже. Давайте, давайте, ребят. Давайте, это танго. Оп. Давайте всех троих сразу. Собаки! Ну как они успевают меня ударить? Просто что-то с чем-то. Так. Да хватит перекатываться, он не успевает добежать. До полу. До полу, да, до дырки в полу. Не успевает, и это иногда кончается летально. Ну зачем ты сел к этой стене? Ну что ты за кусок человека? Что-то я... На замедление бегу, потому что этот мудак может развернуться резко и всех отсунуть. Дайди к ним. Дайди, давай, 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 давай. Молодец! Отличная работа. Дальше секретки искать. Сработало. Да, это еще одно место с секретками. Здесь сверху висят 4 камеры, которые нельзя заходить. И что-то надо было сделать. Что именно? Скажу, по-моему, перекатами полететь. Не сработало, поэтому можно перестартить уровень. Невидимый лазер, можно без этого обойтись, пройти насквозь. Здесь такая же история, здесь опять висят лузеры, лазеры. Меня спалили. Да. Да что ж такое? Тут можно взорвать этот запас. Здесь можно подобрать ключ гениталия. По-моему, это одна из ачивок, во-первых, а во-вторых, это важная штука, которая позволяет открыть дверь в правительственной лаборатории. Вот он, идет здесь, в криокапсуле. Включить машину, да. Давненько у меня не было гостей, о, как интригующе. Менять кассету. Когда-то здесь располагалась тестовая площадка для проекта 0. Лучшие ученые-солдаты Новой Мехи проходили мои испытания, чтобы доказать себя. Посмотрим, сможешь ли пройти их ты. Вернее, сможешь ли пройти их ты. Поменять кассету. Не трогай криостат. Его содержимое не для твоих глаз. Наблюдать за тобой было весьма любопытно.
Это записи, которые уже... Ну давай поменяем еще раз, может быть, дадут какую-нибудь ачивку или чего. Занятно, продолжай. Видимо, не дадут, ладно. Пофиг. Можно отрубить криостат и грохать этого уровня. Тревога сразу включилась. Нехорошо это. Ты упустил прекрасный шанс выяснить больше о проекте Ноль. О твоем происхождении. Проси у мозгоправа про Ноль и Хронос. Наверняка узнаешь много интересного. О, мелочь. Привет, с возвращением. Я тут кое-что клевое нашла. Хочешь глянуть? Что именно? Если я скажу, то сюрприза не получится. Пойдем. И все это не труп? Оно наверху. А, да, точно. Он будто бы бесконечен. Интересно, что там за горами? Отсюда совсем не видно ни грязи, ни мусора. Только огни. Красиво. Когда-нибудь я узнаю весь этот город. Нет. А? Мы уедем туда, где лучше. Далеко-далеко. Во второй район? Еще дальше. Ну ладно. О, а это что? После войны осталась медаль. Ого, так ты воевал, значит ты герой. Только почисти медальку, ладно? Грязная как пипец. 7 лет ее носил, не снимая, чтобы помнить, что однажды я сделал что-то хорошее. И не важно, что я делаю сейчас. Ага, ты зачем ее выкинул? Бери, без нее не забуду. О. Может, еще чуть-чуть посидим? А чё бы нет-то? Я уже засыпаю, но... Я не хочу, чтобы опять пришли люди в масках. Я дам тебе... Обещаешь? Ладно. Хотите спойлер? Трешный суд. Эй. Ну же, вставай. А? Чего? Тебе что, кошмар приснился? Вставай, Соня. Смотри, я тебе завтрак сделала. Из чего? Да из того, что у тебя было в холодильнике, тут особо не разгуляешься. Ну, в общем, я нашла рыбьи головы, протеиновую пасту, бухнула все это дело в кастрюлю и сварила супец. Угощайся. Ну, давай попробуем. Что, наверное? Ну, как супчик? Изысканно. Серьезно? Понравился? Черт, я так рада. А я попробовал и решила, что он гадкий. Чуть не стошнило. Вот еще такое дело. Давай я тебе одолжу бегемота, раз у тебя своего нет. Мне он все равно не нужен. Ты же рядом. Если вдруг загрустишь, то просто обними бегемота и все пройдет. Ты только его не обижай. Он мой лучший друг все-таки. И это только на время. Теперь у Лейхана есть друг? Да, и у меня есть, и у тебя. Обдружились сегодня. Да, я в курсе, что тебе идти надо. Увидимся. Прошу, проходи, располагайся. Я, кстати, так расположусь. Будет весело. Живой, значит, а я уже было подумал. Ну, впрочем, не важно. Ты стал абсолютно неуправляем.
Ты не смог убить цель, вырезал отряд спецназа, проигнорировал приказ. Я даже не ожидал, что ты вернешься. Ах ты, чертова собака. Это последний шанс. Малейшее нарушение протокола повлечет за собой немедленное расторжение нашего соглашения. Ты физически не способен вникнуть, насколько наша работа важна. Я... Дело в Хроносе. Я... Откуда ты это выяснил? Убил отца Хроноса. Но как? Ты не должен был... Рассказывай правду. Хорошо. Да, разумеется, но... Кто рассказал тебе о Леоне? Аноним, звоночек. Вот как. Что ж, надо полагать, у тебя есть вопросы. Что такое ноль? Даже секретный отряд, созданный во время войны. Новомека создала идеальных солдат при помощи экспериментальных наркотиков, таких как Хронос. Ты был одним из них. Вернее, почти идеально. У нас нет записи о твоей жизни до прихода в ноль. Скорее всего, ты влачил никчемное, ничем не примечательное существование. Ноль заинтересовался тобой из-за твоей агрессивности и психопатических тенденций. Еще ребенком тебя определили проект Гамма, элитное крыло отряда ноль. Для того, чтобы усилить твои природные способности и сделать тебя суперсолдатом, тебе давали Хронос. Больше мне нечего тебе рассказать. Что стало с проектом? Ноль занимался очень специфическими, можно даже сказать, сомнительными с морально-этической точки зрения военными операциями, но у Хроноса появились непредвиденные побочные эффекты. После окончания войны мы свернули производство Хроноса, и почти весь Ноль умер из-за синдрома отмены. Правительство позволило отряду умереть. Существование Ноль никогда не предавалось огласке, но некоторые инциденты стали общеизвестны. Они были связаны с гражданскими, с детьми и повлекли за собой общественное недовольство. Да, можно сказать, что правительство бросило Ноль умирать, чтобы конфиденциальная информация умерла вместе с ним. Кто не сказал? И я занимался твоей реабилитацией. Помогаю тебе увидеть будущее. Мое прошлое совершенно иррелевант. Сейчас нас интересует только полное уничтожение запасов Хроноса. Пора делать укол. Да, давай мне дозу. Ну же. Пускай по вене. О, кайф. Не забудь взять папку, можешь быть свободен. Я тебе такое устрою. Даже не суйся сюда. Чё это? Ну я тебя все равно скоро с этим вот камушком, который на столе лежит, познакомлю. Тебе понравится. Это классно. Кстати, вот этот сюжет в целом похож на... На самом деле на множество сюжетов. Тот же, например, Хитман. Тоже правительственные лаборатории. Вот это вот всякие Хитманы. Metal Gear Solid, почти тоже такое вот, относительно похожее. Вот Ханна, сериал тоже недавно был. Тоже довольно похожий сюжет. Только там наркотики не участвовали. Все-таки. Бункер. Уничтожить всякие секретные данные, размещенные в тайной комнате в бункере Аль-Хасима, также известном как Центр синергетических исследований. Ждите серьезного сопротивления. Выживших остаться не должно. Да не вопрос. Вырежем все, что движется. А то, что не движется, будем толкать и вырезать. Добро пожаловать в Центр синергетических исследований. Чем я могу... Опаньки, а я вас помню. Вы в душ с мечом ходите. По-моему, вы даже в том же халатике, в котором одет, в отеле были. Ага. Мне кажется, что вам очень идет. Очень мускулистая. Что? Вы представляете, все говорят, что это я виновата, что змей пробрался в Мердовер. Мол, я его документы не проверила и всякое такое. Ну, мало ли, как оно было. Лишь бы босс не выяснил.
Это я к чему? Я вас без пропуска никак пропустить не могу. Ну, вы в курсе. Да я на минутку помыться. Я первый раз слышу, что у нас есть общественная душевая. Секундочку, я сверю с протоколами. Страница 335, пунктов 2. Ого, вы в курсе правил? Неужто тоже на ресепшене сидите? А по вам и не скажешь. Ну тогда проходите, хорошо вам помыться. Благодарю. Забавная женщина. Забавная и странная. О, я помню этот бункер. Какой это гадкий бункер. Овердоз. Здорово. Бункер на самом деле реально гадкий. Там будет один уровень где-то внизу. Противный противник. Серьезно? Держи. Успел. Нет, нет. Не-не-не-не-не-не-не-не. В пулю попал. А, нет, отбей. Еще она летит. Нет, не летит. А, нет. Я был так близок к победе, а ты взял и все обосрал. Ниху. Надо же, получилось даже забавнее, чем я ожидал. Ну, ух ты. Ну да ладно. А, точно, вот этот еще один гадкий уровень, который мне в прошлый раз не понравился тем, что надо таймить лазеры. Реально. То есть вот если не успел в этот момент, то вообще-то уже трындец. Это точно, турель. Что-то мне внимания не обратил. Так, надо подождать, подождать. Нет! Нет! Какая боль! Какая боль! Аргентина и Майка! 5-0! Так, не-не-не-не-не, лазеры! Меня не возьмешь так просто. Дальше. Прыжок, прыжок! Кончилось замедление. Так хорошо пошло. Эй, как ты не успел? Есть. Супер. Дальше. А у меня с собой бутылка. Как я приехал. Шок еще. Фу. Сейчас будет опасно. Придется убиваться сразу от двоих. Рановато я нажал. Рановато и зря вообще. Где-то, по-моему, кстати, должна быть еще одна ключ-карта или что-то такое. Это здесь. Надо будет ее отыскать. А, да, точно. Пулеметчик, у которого, кстати, пули отбиваются. Иногда. Ребята, ну не надо меня убивать. Следующий. Зарядка. Ай, он успел выстрелить. Не вовремя. Помер.
надо привыкать еще к анимациям выбивания двери, пролет через всякое. Чего? Ладно. Еще один ключ, кстати. Ах, да. В другой раз. Берем. А, я помню. Очень опасно. А может из-за того, что вот собирается огромная партия, тут как разных мастей, и вот здесь вот в этом месте есть переход вниз, из-за которого получается не переката, какая-то. Но если поставить перекат на кнопку, то дела сразу становятся лучше. Особенно если прожимать вовремя всякое. Ну, в курсе. А, как так вышло? Так, иди сюда. Они стрелять начали раньше. Так бы я выиграл. Нет, нет, нет! Я пытался отбить пулю, которая летела сверху, но не надо было этого делать. Вот и все. Вот и весь уровень. Стоило так париться, правда? Простая бутылка? Я надеялся, что это был молот. Хорошо. Бутылка так бутылка. Ёлки-палки. Плюс два. Минус. Забывай. Ай, я побежал. Ну и славно. Предметы подбирать все равно бесполезно. По-моему, вот с этим уплетком, ага, именно, связана какая-то ключ-карта, что ли, что-то такое. Если его убить раньше, то все случится. Прячься, Ноля! Жалко, конечно, что запорол, но все равно проходить оно. Узри, комедия! Это важный вой открыл глаза от спячки ядовитой. Хе-хе-хе, становится занятно, а? Но ты первым актом занавес опустится уж скоро. Хе-хе-хе, а жду не дождусь. Ребята, только не убивайте! А. Как он выжил? Приятный, кстати, уровень тоже. Многоуровневый. Многоуровневый уровень. А. Такое. Кончилось не вовремя замедление. Ну ладно. Не так.
что вот с людьми, с дробовиком, все же лучше сражаться в замедлении, потому что они стреляют раньше, чем я успеваю подкатываться и перебить их. А, да, точно, пистолет. Мэ. Один удар, два трупа. Все замечательно. Дождаться, пока он к двери подойдет. О, черт. Так, это плохо, это очень плохо, это очень плохо. Замедление просто отвратительно. Я что-то делаю не так в плане прохождения вот именно этого участка. Хотя не, это было так круто, если бы, конечно, получилось. Да как ты? Я заряжу немножко свою. Проканала. Как они меня спалили? Стрелял. Тоже стрелял. Успеть, давай. Иди сюда. Можно, конечно, пройти, ладно. Креативность хорошо. Особенно, когда она результаты прохождения какого-нибудь унесло. Унесло. Давайте. Идите сюда. Всякие пожарные пустяки.
донат. А то мало ли, может быть, он решил бы, что... Иди вниз. Забыл обо мне. Решил бы, что... Лучше глянуть вперед и выстрелить раньше, чем нужно. Да как ты посмел, скотина? Как это получается вообще? Да ёб тебя за ногу! Мы надолго на этом уровне, я в прошлый раз тоже страдал. Включил замедление, что за дела? Как я ненавижу, когда они так быстро стреляют. В принципе, конечно, можно пытаться проходить им без замедления. Опасно. Да как так это? Шел. Ненависть. Нет. Чувак, я... На, два одних ударом. Вернее, двоих одним ударом. Я заберу. Здесь. Я очень надеялась, что мы закончим наш танец. Будет весело. Да, я помню, она классная. Надо с ней с замедлением лучше бороться. Она реально классная. Здесь музон вообще отпадает. Деле враг нет, не особо опасен, не шибко сложный босс, скажем. Тут важно просто выдерживать моменты и вовремя попадать, только и всего. А вот здесь будет бой вообще офигенный. Ты Гамма, да? Как 15-й? Ты кто? Ты не в курсе формы?
Не замечаешь? Мне казалось, из нуля остались только мы с 15-м. Хатим заказывал мне людей и расплатился. Хроносом. Ты за ним пришел, да? За Хроносом? Вернее. Знакомая форма. Здесь его нет. Самое интересное, где Хатим его хоронил, но явно не здесь. В принципе, почти... Вернее, его почти не осталось. На нас обоих точно не хватит. Я здесь не за Хроносом. Что? Ну тогда зачем? Здесь нет ничего интересного. Ничего. Столько крови, столько боли, и все зря. Разве что... Тебе нравится, да? Убивать. Бессмертие, которое подарил нам Хронос, власть над временем. Смерть перестала трогать нас. Потому что после нее мы всегда возвращаемся. Мы можем дотронуться до нашей настоящей жизни лишь тогда, когда лишаем ее кого-то. Выбора нет. Мы с тобой стали богами. Я умирал и перерождалась, и я видел, как время скручивается в бесконечный фрактал возможностей. Нас некому остановить, так как мы бессмертны. И кем мы стали? Работаем на каких-то жалких людишек, наш дар превратился в дешевый трюк. Мы чертовы наркоманы. Два торчка, которые грызутся из-за дозы. Черт их всех дери. Мне знакома твоя боль. Они превратили нас в это. Ты же в курсе, они сделали нас такими. А мы могли бы быть настоящими людьми. Я не хочу тебя убивать, но на двоих Хроноса не хватит. Возможно, в твоей крови еще достаточно Хроноса, возможно, меня отпустят. Перекат. Это сотый раз, когда ты делаешь одну и ту же ошибку. Меня не перехитрит, ты обречен проиграть. Да ладно. Раньше нее дойти до места и пристрелить ее прям там. Пристрелить из катаны. Да, вот так вот приблизить. Устал. Сказала. Достал. Есть. Есть. Нет. Есть же удар мечом для дополнительного прыжка. В конце-то концов. Всего-то? А! Фу, ну в прошлый раз был бой. Быстрее. Убей! Убей тех, кто превратил нас в это! Кстати. Отомсти за меня.
В общем, вот. Ну и внутри сидит, вот неожиданность, ребенок. Убей ребенка. Да не убьет он его. Убей. Да я ж говорю, мы бы победили, если б не эти хиппи чертовы. Из первого апдейли с детишек убиваем. Убей. Убей ребенка. О, масочка. Нет, не убил, бежал. Ты куда? Смерть цели не подтверждена. Какого хрена ты делаешь? Да я так, познакомить тебя с камушком пришел. Ты? Ты вообще в курсе, что ты наделал? Я весь день до дочери дозвониться не мог. Телефон мне больше не понадобится. Я все им объясню, меня никто не тронет, я ни в чем не виноват. Были не сны. Нет, все, мне пора, надо уходить, у меня мало времени, мне нужно идти. Ты мне соврал. Что? Ты что несешь? Что ты сделал? Иди нахер отсюда, чертов поехавший торчок. Ты что делаешь? У тебя ломка, не подходи. Я тебе устрою ломку. Ты, я столько для тебя... Прекрати, так нельзя! Я дам тебе много хроноса, сколько захочешь, только отпусти меня! Прошу! Человеческий мусор! А тебе, мусор, веселый. Знакомься, это мистер Камень. Мистер Камень очень любит мистера Лицо. Продолжай. Эй, ну ты чего? Вернись на исход, продолжай. Это же весело. Шел тебе, передос устроится. О, кайф! Еще. Офигенно. Давай еще одно. Круто. И отпустила. Все, порядок. Надо его теперь только полутать. Да, обыскать тело. Правительственную ключ-карту. Прекрасно. И портфель. Доставка Хроноса 3.30 каждую среду. Звоните 286 раз. Лаборатория по разработке специального вооружения. Возразружения, да. И вооружения. И лаборатория разработки специального вооружения. Здесь и досье есть. О, объект 0. Сотрудник 0. Крыло Гамма. Опытный правительственный агент. Возможен найм третьими лицами ликвидировать в случае появления сомнений в деятельности организации или обнаружения данных о Хроносе. Какая досада. А чё не сжёг? Здесь больше вроде нечего делать. А, дальше будет... сценка и конец игры. Ко мне за... И кто мне за квартиру заплатит, позволь спросить? Мэм, здесь было совершено преступление. Мы не нашли его родственников, так что можете оставить себе найденное в квартире. Ну ладно. Все? Подошло. А это кто? Жилец. Из квартиры со сломанной дверью. Что случилось? Незаконное проникновение случилось. Жильца вон убили, наркош, который с вами рядом жил. К вам тоже залезли. Да вы проходите. Ведь на жизнь. Я вычту стоимость залог двери. Тьфу ты.
Я вычту стоимость двери из залога. Где его дочь? Дочь? Сюда нельзя с детьми. Я всех жильцов предупреждаю, а это вообще один был. Дети? В третьем районе? Ну, конечно. Не было у него детей, обычный наркоман-холостяк. Дозу себе собирал потихоньку. Гражданин, пройдемте, пожалуйста, у нас есть пару вопросов. Подходи. А ну на колени держите руки так, чтобы я их видел быстро! А ну сдавайся, никто не пострадает. Конечно. Центральный Эдхаус, код 452, дон 98, мужчин среднего телосложения, дед Хал, от при себе самурайский меч. Рэнди, он под ориентировку подходит. Неужто он? Прячься скорее, ноль уже, алло. Это, кстати, наш старый знакомый. Динозаврик. Говорит, ноль, цель-то нейтрализована. Говорит, ноль, цель нейтрализована. Принято, ноль. 15-й, приказываю возвращаться. Если кто-нибудь вас заметит, действуйте по протоколу. Запыхался. Вот нахера ты курил сигарету, если ты ее вытянул сразу же, сделав одну затяжку? А вот и змеёныш. 15-й. Ну и, собственно, конец. Катана Зеро. Замечательная игра, мне очень понравилась, и мы, конечно же, пройдем прохождение. Игра Джастина Стендера. Человек разрабатывал игру почти в одиночку, ему помогали с сюжетом, ему помогали с музыкой и немного с разработкой, но по большей части он делал ее один. И для одного человека это охренеть как круто! Серьезно, учитывая то, что делают сейчас всякие долбозвоны на Unity, на Unreal, вот это просто офигенно. Классная игра. Сюжет забавный, все прекрасно почти. Геймплей тоже офигенный. И всякое такое. Так что советую купить игру в Steam и париться. Ви мертв. Выживший из нуля, сэр. Гамма 15. Принято. Тогда, я полагаю, пришла пора перейти к открытой конфронтации с правительством. Это была Снежок. Ну и к тому, что будет дальше. В плане сюжета. Была некая правительственная организация, которая делала солдат и... наркоту, связанную со временем, которое меняло время. Вот невероятно, правда. Наркомания, конечно, редкостная, но... чё? Нет-то, классно же. Дальше будет вторая часть игры, но будет она, скорее всего, не скоро. Может быть, через год, может быть, через пару лет. Посмотрим, как пойдет. Но я думаю, разработчик этой игры насобирал достаточно баблища и может уехать на какие-нибудь Канары отдохнуть. К тому же издателям Devolver выступили. Тоже замечательно. И вот и пиар тебе, и камео вон всякие, я смотрю, есть всякое. Ну, в общем, замечательная локализация. Walk and Load. За локализацию, кстати, да, отдельно благодарю. Русская локализация прекрасна. Ну, не во всех моментах, конечно, лишь отчасти, но прекрасна. Ты только глянь, как она дергается, трагедия. И сколько бесцельно, друг, комедия. О горе, ей уготована мучительная смерть. Только давай позабавимся.
Что за наркоманы, кстати? Ладно, неважно. Катана Зеро. Ну вот, собственно, и все прохождение игры. Пришлось перепроходить его, конечно, второй раз. Ну, уж поделаешь. Есть в этой игре и кое-что еще, что я вам пока что покажу, но проходить, наверное, не буду. Если там есть что проходить. Правительственная лаборатория, которая открывается после прохождения игры и взятия ключа у врача. Пупе. Ее можно вставить сюда. Вернее, карточку. И открыть какую-то из дверей. Явно нету. И явно нету. Но ключ я только что подобрал. Вот, от этой двери. Вернее, не только что. В принципе, подобрал ключ. Что это, кстати, такое? Взять нож гениталия. Небольшое клинок, которое можно очень быстро орудовать. Да. Больше я вроде ничего не открывал. И закрыто. И здесь закрыто. Ну, а это временно закрыто. Скорее всего, будет какой-то DLC, который добавит немножко уровней. И за ножик я взял. Охренеть. Жесть. Он не такой длинный, но... Черт, какой он быстрый. Могу на нем даже почти летать. Жестоко. Ну, в общем, такая вот хрень. Там просто хранятся разные предметы, которыми можно орудовать, проходить игру заново. Как-то по-другому. А если понравилось, тыкайте кнопку, пишите комменты, что-нибудь еще там, подписываться можно еще и всякое такое. В общем, такие дела.